первый снег, продолжаем. Здесь нам нужно занять обязательно первое место. Ух ты, ничего себе, разошлись мы. Нифига, ты что за чувак на тракторе таком едет? Я только первый раз вижу. Какой прикольный трактор, красивый. Офигенный трактор просто. Опа, давай. Нет, назад и вперед. Да, ребята. Так, я первое место не займу. Ну, хотя бы второе уже. Я уже согласен на второе место. Да, трактор этот первый приехал. Ну, красивый, красивый трактор. Эх, надо было этот ставить на колеса тоже. У меня тоже такие есть. Штуки для колес. Ё-моё, что-то я не догадался. Ну ладно. Вместо магнитика, да, поставить? Хотя магнитик тоже нужен. Слушай, не знаю даже. Либо вот эту штуку от монеток убрать. Блин, плохо, что только 3 слота здесь. Нету 4-го. На 4-й слот бы я поставил бы себе колеса такие. Супер-пупер колеса. Так, ну все, отлично. Пока первое место мы занимаем. Так, а здесь нужно аккуратненько не спешить. Ты смотри, как трактор-то, а, хочет победить. Ладненько. Опа. Здесь мы не спеша будем ехать. Спешить здесь нельзя, ребята. Все. У меня тормоза хорошие, слушай. Притормаживаю прям нормально. О, чуть башку не стукнулся. Да ты куда мчишься, да, от трактора? Как же ты хочешь выиграть-то? Ё-моё. Первое место. Нормально. Ох, еще ехать и ехать. Ё-моё, давай, поехали. Старт. О, идеально. Идеально. Так, бензинчикус. Не, магнит вообще тема. Не знаю, что бы я делал без магнита. Ой, моя любимая ферма. Моя любимая сельская местность. Здесь я всегда выигрываю. Опа, первая позиция. Все, дальше едем. Так. Идеально, старт. Бензик, забираем. И где у нас финиш? А, еще не скоро финиш. А, вот финиш, все. Первая позиция, опять-таки. Так, а у нас этот ездит, да, со мной, трактор этот? Волшебный, красивый. Так, болотистый кубок. Офигеть, я здесь вообще играл, нет, в болотистом кубке. Вот здесь сложно. Здесь крокодилы, что-то они мне не дают выигрывать постоянно. Опа! Хотя бы первую выиграть, как бы первая, она всегда не такая уж и сложная почему-то. А вот потом оно усложняется очень конкретно. Вот все, не доехали мы. Погрузились на дно, да? А может быть доедем? Не, нифига. Что-то меня переворачивает. Что за фигня? Давай. Нет, я не могу вот это. Все, в этом болоте я всегда застреваю. Все, кончилось топливо. Я не знаю, как побороть это. Болото. Что здесь делать надо? Ох ты, смотри, опять-таки вонючее болото. Либо меняем какой-нибудь... Опять я тоже разбился. Да, на третье место скатился. Если здесь я первое место займу, это будет очень даже хорошо. Нет, подумай, может быть... О, а тут скоро финиш будет, смотри. Кажется. Все, под водой едем. Под водой. Все, у меня закончился. Давай, магнитик вонючий. Да, а смотри, у меня написано, что первое место занял. Они все там поразбивались, что ли?
Так, 27 тысяч есть, но нам нужно улучшить нашу машинку. Да ё-моё, ладно, давайте. А что здесь, детали есть здесь? А тут получается только одно место, да, для деталей? Ага. Ничего интересного нету. Ладно, оставим все, что как есть. Улучшим мотор. Повысим сцепление. Так, подвеску. И мотор еще. Со сцеплением. А давай еще сцепление повысим. И подвеску. Все, все деньги потратили. А, здесь для деталей еще место осталось, да? Тынкс, еще один слот. Ну, давай поставим магнит. Почему бы и нет? Поставим магнитик и поехали. Так, 400 метров до сундучка. Будем сундучки собирать. Главное, не сильно спешить, а то развалится наш автобус, бедолага. Так, а что у нас? Магнит просто притягивает, да, монетки? Хорошо. О, давай. Поднимайся. О, поднимайся, автобус, давай. Еще. Ой, молодец. Так, сюда мы заехали спокойно, причем. Опля. Так, 150 метров, да, осталось? Офигеть, я проехал на автобусе 2700 метров. Здесь. Не помню. Ну, едет, в принципе, автобус плавно. Более-менее мы его прокачали на 20 тысяч монеток. Попробуй 20 тысяч монеток собери сейчас, да? Так, все есть, он первый сундучок есть. Сейчас будем копить денежки на второй. На второй сундучок. О! Магнитик — хорошая штука. А, главное не разбить автобус. Вот так у меня бедолага. Постоянно разбивается. Так, а здесь надо нам, ребята, не спешить. О! В свое время притормозил я, и автобус у нас оказался целенький. Так, ё-моё. Нет, сломался. Все, ну то я сам виноват, снес его крышу. Так, начали выпадать, да, чуваки? Да, просто-напросто разрушается автобус наш. После таких-то скачков. Ё-моё, еще один чувак убежал. Так, мы везем одного пассажира только. Который тоже может сейчас... Ага, все. Тоже сошел на остановку свою. Так, подъем. О, что ж такое-то? Я не могу заехать, а? Уи! Нифига! А как? Подожди, а как я тогда поднимался здесь? Все, поднялись. Сейчас отлетит половина автобуса у меня. Еще 1500 метров, они хотят сказать, что я тут проезжал. Я уже не помню, как я тут ездил на автобусе. Но, видимо, ездил. Так, опять у нас ущелье. Надо вот здесь аккуратненько. Так, проехали здесь, хорошо.
Осталось чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну, 1300 метров. Вот, мне еще эти денежки дают. Так-то хорошо, можно заработать. Ну, тащит автобус. Тащит. Я скажу, что он тащит. Неплохо так. Так, башка. Аккуратненько с башкой. Так, все, 1 километр остался нам доехать. До кубка. Надеюсь, доедем. О, нет, разбились. Так как так? Ё-моё, вот это вот место. Нехорошее. 2600 монет. И еще можно взять еще один подарочек.